вот неплохой первый сигнальчик. Сейчас копнем его. В руке. Ну вот, первая монетка. Баратинка. Вот. Ну их здесь будет полно, наверное, поэтому я, скорее всего, на них зацикливаться не буду. Буду что-то снимать такое более интересное. Так, очередной сигнал. Копаю все в этом месте. Пока лезут одни буратосы. Поэтому ищем. Так, где-то здесь. Ну что, Руза Туристо, пробка. Сигналит она хорошо, конечно. Ладно, будем искать дальше. Здесь очень много мусора, поэтому тут без снайперки вообще делать нечего. Грубо говоря, помойка деревенская. Но монеты тут попадаются, надо искать. Дошел до конца поля, и за это время попалось 3 монеты. Вот, значит, советы 1954 года, буратос, как всегда, ну и вот немецких, тут 10 фенингов или что, скорее всего. Монеты тут лезут, надо искать, но нам нужно что-то интереснее. Вот сейчас тут тоже очередной сигнал, я на нем и остановился. Сейчас копнем, посмотрим, что здесь. Так, где? Вот я на нем стою. Так. Какой-то звонкий сигнальчик. А вот, вижу. Вижу. В общем, такая не то закрутка какая-то была, не то на конину украшение. Скорее всего, конина. Немножко орнамент здесь на ней присутствует. Отверстие для крепления. Ну, такая штуковина. Сигналила хорошо, как крупная монета. Так, что ищем дальше? Так, что? Очередной бодренький сигнал такой. Вот. Посмотрим, что здесь. Ну, тут я посмотрел, столько черепни много. Вот, пока шел, разное здесь. Тут и все поле усеяно ей. Толстое. Горшков тут много набили. Ну что, откопаем этот сигнал. Такой сигнальчик бодренький достаточно. Посмотрим, что у меня. Так, включу прибор. Так, копаем. Опа! Сигнал был на поверхности такой. Так.
все-таки, да, облом. Спекшийся этот металл алюминия. Так что не всегда все монета то, что звенит. Ищем дальше. Одной сигнальчик такой неплохой. Не знаю, мусора здесь много. Поэтому не всегда хорошее что-то попадается. Попадается, но хочется надеяться. А, ну вот, всегда говорю, опять облом. Вот. Кусок золота. Латунь. Ну, я пока этот ряд так до конца дошел, все равно находки были. Просто здесь был такой более звонкий сигнал, я думал, получше. То есть пока дошел, нашел здесь пуговичка такая гладкая. Это от батарейки донышко. Вот буратос один. А может, даже не буратос, может, какой-нибудь фальшак. Согнутый. Потом, что это? Так, это не буратос. Это август. Так. Вот, думаю, видно будет. Она тоже маленькая такая. Так, сюда это дело. Ну вот, фашика одного нашел. 5 фенечков. И вот меня что порадовало, такая хорошая. Люблю я все время их находить. Полушечка. Приятная находка. Кажется, такая мелкая. Все равно интересно ее находить всегда. Мне нравится находить полушки. Да, а еще покажу такой один момент. Вот полушка маленькая, да? Чем хорошо ходить с маленькой снайперкой. И вот, вот такая вот штучка. Кусочек чего-то. Посмотрите, насколько она меньше полушки. Вот прибор ее хватает нормально, где-то 5 сантиметров. Надо уже так ее искать. То есть, как бы трудности такие возникают. Из-за такой каждой мелочевки нужно колупать эту землю. Ну что, ищем дальше. Вот и первая серебришка с этого поля. 20 с копеек. Вот, пожалуйста. Год не виден, тысяча, сейчас скажу, какой-то 15-й, наверное, Николашкина. И вот, 5 грошей, правда, затертый, 5 грошей польских, тоже белон серебряный. Пока грядку одну прошел, выскочила. В принципе, на этом месте как-то густо ложатся эти сигналы, поэтому сейчас попробую что-то в онлайн найти. Сука! Дом не сделаешь, все плохо, не везет хоть плач. Пойду заряжаться, но под поле это скрывает меня интересно. Thank you.
горошек медный. Вот такая рядовая монета. Вот крестинка выскочила. Белончик. Все, так в основном пока хожу. Буратосы собираю. Таких особых находок нету. 2 часа потерял на подзарядку. Ну ничего, думаю, что наверстаю. Будем искать дальше. Пока что вот такие монетосы лезут. Ищем дальше. Тут уже сигнал повеселее. 76 оснащение. Хотя тут буратосы так сигналят здесь почему-то. Все в руке. Так. О! Короче, это Николаевская 1 копейка. Вот. Может, темнеет, не знаю, видно будет ли. Сигнал такой хороший был. Что, копаем дальше? Закончил я свой коп. А это скромный итог дня. Короче, куча буратосов, жменя. Всякие приблуды непонятные. Вот. Ничего хорошего сегодня не выскочило. Я надеялся, хотя бы какой-нибудь шестак выскочит. В общем, это как-то пусто. Или это место в Индии уже.